Wielki sportowy kompleks. И они взяли на себя, возможно, миссию возрождения Земли. Как это у них получилось? В общем-то, друзья, вы сами видите. Хотя всего им приписать нельзя, как и того зла и ненависти, что ныне царят в нашем мире. Скорее всего, мир, который они... как бы волшебным ключиком запустили, наш мир уже продолжает сам по себе развиваться. Или же наоборот, исчезать и деградировать. Вот подошел конец этой славной сказки, опять очень глубокой и очень мудрой. И нам не страшен, как песни поются, ни вьюга и ни северный ветер и так далее, если мы правильно скроены и живем по человеческим конам, а не по паразитическим правилам и предпочтениям. Впрочем, тот, кто... верен и честен со всеми и прежде всего самим собой, идущий по дороге жизни, награду получит жизнь, а не смерть. И хоть наша душа бессмертна, не всякая жизнь, друзья, жизнь,
как и не всякая смерть смерть. Вот так-то, друзья. В этом весь смысл.